Всем доброе утро. Одели большую шапку, скажи. Потому что шапка та осталась в том дому. Надо шапок прикупить. Посмотри, сейчас думала, говорю, в фикс-прайсе надо посмотреть. Я эту шапку в фикс-прайсе покупала. Да, мой сладенький мальчишка. Ну, бежим, скажи. Поехали. Поехали кататься. Парни спят, потому что все. И Матвейку тоже с собой забрали. Он любит кататься, любит Матвеечка, да, Матвеечка? Он говорит, брум-брум-брум. Брум-брум-брум. Жик-жик-жик. Так что покупки, покупки. Погода у нас... Что у нас, Саша, градусов-то сколько, не посмотрели? 15 было. 15? Да. Вот так вот. Морозненько. Ой, какая красота. Матвейка, смотри, сколько птичек. Они прям возле нас летают. Девчонки. Они хотят что-то, наверное. Хотят семечек. Да? А у нас ничего нет. Сколько птичек. Ой, какие птички. Красивые. Гули-гули-гули-гули-гули. Ой, гули-гули. Гули-погули. Как они летают, сколько их много, да? Замерзли голубочки, замерзли. А все, ничего не даем, все, улетели. О, полетели. На головку сели. Да, чуть не сели нам на головку гули. Да, папу ждем. Папу ждем. Гули-гули-гули-гули улетели. Все. Такие гули, как много их здесь. Да, много-много-много летают вокруг нас. Гули-гули, да? Вот столько птичек здесь. Народу сегодня что-то... Все куда-то едут в выходной. Да, мой золотусик? В машине капризы устраиваем. Да? Какая красота. Они прям слетаются. Ой, как слетаются девчонки. Ой, блин. Смотри, бабушка кормит. Бабушка кормит. Ой, сколько много их. Гули, 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 гули. Да, много. Они кушать все хотят. Какая красота. Да? Птички? Птички? Ой, какие птички. Какие птички. Да. Гули посмотреть не дал. Жену-ка. Где у нас гули? Вон они сзади гули. Так там мало. Там-то вон целая стая была. Да. Целая стая гулей. Ладно, поехали домой, Саша. Кто это нас встречает? Матвеечка? Матвеечка встречает нас. Да? Мы с папой подгузников тебе набрали. Покупки у нас... Разные. Давай будем разгружаться. Давай скорее. Только выспался, да? Спал мальчишка, ждал маму с папой, да? На скорее мешок. На скорее. На скорее неси. На, да не холодный. Неси давай. Неси скорее. Давай будем выгружать все. День покупок, всем приветики, у нас время уже 6:00, господи, почему так время летит вообще, мгновенно, сегодня мы ничего не делали толком, мы сегодня ездили 2 раза, вот сейчас вот приехали 2-й раз, потому что первый раз с Матвейкой поехали с утра, никуда с ним не съездишь, никуда с ним не сходишь, ой, он парень у нас капризный, раскапризничался, размылся. Мы сегодня купили шмат сала. Будем сало солить. Так, Данечка, убери, пожалуйста, вот это сало сюда. Вот. А, давай я сама уберу. Ты мне дай тряпку выжми. Его надо будет сейчас разделывать, заниматься салом. Давай, выжми его. Ну что, готовимся. Готовимся, подготавливаемся. Делаем подготовку к Новому году. В общем, набрали конфет. Вот видите, тоже подготовка. Иди отсюда. Да убирай! Банку за носки солит он, что-то засаливает. Так, у нас в Метрополисе конфетти. Наши конфетти. Разные, девчонки, конфетки. Набрали мы конфет. Они все по одной цене. По 200. По 200 рублей 80 копеек. Да? 200 рублей, да. Да. 50 копеек. Ага, вот как раз мы взяли вот этот чек. Конфеты. Конфеты ассорти у меня вышли.
А, какой-то пакет у меня вышел. Подожди, она нет, она все вместе посчитала. 10 килограмм, 575 грамм на 2199,60. 208 рублей у нас конфеты. Да, такие. Но они разные. Тут и Степ. Тут вот такие вот Тимили, Гимили, кто они называются? Тими-гими. Так, какие-то вот такие, восточный грильяж. Но я их такие вот не пробовала. Вот Степ мне нравятся. Батончики Ореховая роща тоже ничего. Чук и Гек. Да, вот эти конфеты. Маска моя любимая. Так, где у нас еще? Такие вот конфетки. Золотая. Лилия, что ли? Какие-то вот такие вот. Вот эти конфеты вкусные, точно знаю. Вот эти я почему-то запомнила, потому что они мне больше всех нравятся. Да, так что всяк курьез. В общем, взяли 2 пакета. Будем смотреть сейчас. Тут у нас пойдут на посылку, тут пойдут на Новый год. Дайте мне пакет с покупками. Какой-нибудь пакет. Это у нас из фикс прайса. Это в Доброцене у нас. Аккуратнее, сыночка. Саша, ты мне сразу пакет дай, чтобы в тот дом складывать. Так, пряники обычные, я беру сельские, такие вот недорогие. Они раньше вообще что-то по 30 или по 50 они были рублей. Они подорожали. Так, Саша, давай. Взяла вот такие вот салфеточки новогодние. Давай. Ты встань вот сюда, я буду ложить. Бумага туалетная туда же. Туда же бумаги туалетные взяла. Салфеточки тоже туда же уберем. Так, туда. Девчонки, я такое мыло купила. Нанюхаться не могу. Кстати, я им сейчас мыться буду. Сейчас ты поставила в ванну воды набирать? В основном. Ага, щеточки зубные взяла, кстати, новенькие. Так, 2 нам с тобой, отец. Новенькие щеточки. И 2 вам, парни, новенькие щеточки. Так, хлеб туда. Бумага туда. Так, щеточки. По 30 рублей, кстати. Так, что, какие выбираете? Знаете, выбирайте. Хотя они, в принципе, знаки. Давайте, особо тут выбирать вам нечего, так что красная мне щетка. Так, еще мыло дуру взяла. Взяла себе вот такой шампунь. Когда-то давно брала, у него такой аромат приятный. Думаю, дай-ка возьму, помоюсь. Сейчас я буду мыться. Так, мыться. Мылом тоже буду мыться. И тем, и другим намылюсь сразу двумя. Так, хлеб один туда положите мне, пожалуйста. Вот это все положите туда. Так, еще. Что вы забрали красный? Ты себе красный забрал? Ну, вы отец и взрослые, 2 одинаковые. Нам одинаковые, так мы запутаемся. Нам, я думаю, нет. А, ну давай тогда, давай. Мы пометки какие-нибудь сделаем. Так, ну я взяла луку. А, это тоже туда. И вам хлеб сюда тоже, дети. Вам. Потому что вы тоже хотите же хлеба. Вы тоже хотите хлеба. Ай, блин, мать. Так что вот такие у меня покупки. А, у меня еще пакет с этого. Кто он называется? Мы еще в Доброцен заходили. Доброцен. Сейчас нам надо будет засолить сало и разобрать все. Так, это что у нас? Откуда, Саша? Это вообще Метрополис еще. Это все Метрополис еще? На. Ой, давай, ложь туда, в тот дом. Так, Матвейки, я беру памперсы. Вот, кстати, мне самые лучшие памперсы это хаггисы. Для меня лично. Почему-то они мне больше всех нравятся. Подгузники, не памперсы. Подгузники, хаггис, самые лучшие. Так, молоко мы туда же забираем. Подожди, у нас... Так, станки какие-то муж взял себе. Так, ряженки. Что-то я сегодня захотела ряженки. Кстати, мы вам тоже взяли ряженки. Вы, я не знаю, хотите, нет ряженки? А? Ряженки. Варенец я сегодня заходила ряженки, да купила себе варенца. Купила варенец. И вам тоже варенец взяла. Отец ряженки взял. Такую вот ряженку взял. Блин, я уже все. Все у матери уже свистулька. Так, молоко. И немножко взяла злаков. А, ну все это туда. Злаки я взяла. Такие 5 злаков. Такие вот. Кстати, царь какая-то упаковка, что ли, другая. И геркулеса взяла. На печке кашку варить. Вкуснейшую. Так, мой варенец, ваш варенец, дети, молоко Матвейки, так, отцу ряженка, так, станки сюда, молоко туда. В общем, опять второй пакет давай, у меня еще пакетик. Так, в общем, разобрались с этим, с покупками. Сына, ты осторожен, ты чё? Так, и за интернет мы заплатили, сюда положим, за все надо платить. Чё, вот шортики-то мы тебе взяли. Такие вот шортики. А чё? 200 с чем-то рублей.
На, померяй. Ну дома ходить же, для дома. Кто так морщился? Ну, отец себе взял, я не знаю, придет. Нет, отец взял себе. Давай, на, посмотрите, померяйте. Так, кофе. Кофе, кофе. Кофе е. Это тоже... А, это доброцен, да, это с доброцена. Кофе там 200 рублей. Оно, кстати, нормальное. Так что это у нас на отправку. Отправка. Так, пюрешку. Пюрешку взяла Матвейки. Так, возьмем одну туда. Одну здесь оставим. Меряйте в шортике. Ну и пижамки опять схватила. Так, это пижамки я взяла тоже на отправку. Отправлю. На отправку, на отправку. Давай, так, ну и все. Все, на сегодня покупочки закончились. Сейчас будем заниматься салом, наверное. Не наверное, а точно. Я не могу, я просто не могу. Это что такое? На, убери. Он где? Он шкаф открывает. В банку носки складывать. В банке лучше будет храниться. Все, банк. Все, банку все. Так что, девчонки, вот такие покупки. А вы готовитесь к Новому году? Готовитесь. Муж занимается мясом. Сало. Сало мы будем солить. Да, дорогой? Да. Как нас солим сало. Вот она, дедушка, да. Да, да уж, серьезно. Ну тут все серьезно. Мясом надо заниматься серьезному человеку. Мне. Дал ложь в сторонку. Че? Сторонку. Сторонку на стол. Прям на голый стол. Да, я вымою, уберу все, что ты переживаешь. Ладно, твоя задача что, вырезать. Срезать, срезай все, да. Давай. У нас сало по 400 с чем-то рублей стоит. Но вот этот вот кусок, получается, тут мясо, косточка. Ну и сало, в принципе, такое дивное. По 350 рублей. Так что засолим. Такое вот сало. Сало дорогущее. Да, дорогой? Да, так что... Ножик-то что-то не принес оттуда? Нет. Надо держать свою свинью, значит. Ну, что, свою свинью. Тут, тут купил и ходить не надо за ней. Мы вот, ну, купили, знаешь, 11 килограмм. 5 тысяч или сколько ты с меня стянула? За 4 это? Всего лишь. А, 4, ну я тебе 5 подам. Ну, я сдачу-то тебе отдала. 4, на 4 тысячи вышло. 4 200 вместе с копченым. Копченого кусочек взяла. Ну, так что, вот так вот. Да всего-то 4 200. 4 200. Пол пенсии у пенсионеров. Да, ну, дай ей мясо, она орет и орет. Давай. Кусочек кошки. Давай, разделывай, ладно. Сало, папа, сало режет. Смотри, какое сало здоровое. Здоровенное сало. Украинцы вот такое сало солят. Даже толще. Солят. Хорошо так-то, нормально что? Ну, стоит нормально, да? Ну, по 350 нормально, не по 400. А то он то 400, то 450, то 350. А тебе еще косточку. Ну чё, нормально, хорошо. Тише, тише, тишина. Не балуйся, брат, издеваться над тобой опять, а? Муж мне насрезал сало. Хочу сейчас засолить. Виталий, чисти чеснок, надо много чеснока. Так, и насрезал мне мяско, девчонки. Вообще прям с ума схожу. Хочу этот, кто называется, шашлык в духовке. В духовке с яблоком на шпажке. Вот кусочки сделал, значит, я уже тут горчички сделала немножко. Так, мне соли нужно. Соли, соли, как бы ее достать-то? Соль-то... Вот так вот достану. Достану. Не знаю я, в общем, рецепт мягкой свинины, но я думаю, получится, дай бог. Потому что не знаю, как надо правильно мариновать. Как правильно, чтобы она была очень мягкая, да? Так, посолим горчицы. Немножко, думаю, уксусу налью. Пишите, у кого есть какой-то рецепт такой вот прям, чтобы она была мягкая. Потому что я сама свинину не делала с шашлычки. Я покупала их. И они такие вкусные, такие объеденческие. Цена, открой мне паприку.
Хочу добавить паприку. В общем, что люблю, то и добавлю. Так, перчик черный вот потрясу маленько. Там у меня в том доме есть приправа для шашлыка. Ну, уже не пойду туда. Открывай полностью. Открывай. Так что сейчас мы вот замаринуем. Лучок еще надо. Подожди. Луковку надо еще. Угу. Ну-ка. Зря я ее добавляю. Ну, немножко сделаю совсем, да. Чуть-чуть. Надо все-таки побольше горчицы, наверное. Ну, что вот. Экспериментатор я. Я думаю, что она запекется и с яблоком будет вкусно. Объеденческо. Немножко еще уксусу сделаю. Горчицы, оно точно будет. Точно будет мягко. А завтра посмотрим. Сейчас замесим. Замес сделаем. Да? Я думаю, что будет вкуснятина. Делаю по своему вкусу. С яблочком. С зелененьким. Вообще бомба, просто объедение. Кто-то, девчонки, писал, почему я шашлык не на улице жарю. На улице это, во-первых, холодно, хлопотно. Надо покупать, как говорится. Тут еще ребенок. Что его бросать? Я вот стою, жарю этот шашлык на улице, мерзну. Мы последний раз когда-то жарили шашлыки. Я жарила, дождаться не могла. Думаю, когда они жарятся? Никто же не придет, не поможет мне пожарить. Я и жарила сама. Саня еще тогда раздувал. Это последний раз же тогда жарили. Все, а тут объедение. Во-первых, мягко, ничего не сгорело, ничего не зажарилось. В духовочке с яблочком. И совсем другой вкус, конечно, но тоже вкусно. Вот я вот, видите, еще захотела, еще хочу. Я хотела купить, но муж мне говорит, что-то жирно слишком, каждый день есть шашлык. Я думаю, ну ладно, что, вот. Решила свое-то покупное замариновать. Так что сейчас луковку порежем. Виталя, давай, почисти мне луку. Ну что, порезала лук, добавила майонез, немножко водички, еще перчику черного подписала. И завтра буду делать шашлычки. Завтра будем вкусно кушать. Да, Виталя? Сморщились. Зажрались вы, зажрались. Кашку на воде? Кашку молочную? Рис любит. С чем? А ну вот как раз просто рис отварной имеешь в виду? Че? До завтра дожить надо, видно будет. Я всегда так говорю. А кто знает, что будет завтра? Завтра придет новая идея. И все. Ну шашлыки точно я буду хотеть. Я уже их сейчас хочу. Прям у меня слюни прям до пола. Но уж ладно. До завтра потерпим. Пряженки напьемся. Ужинать я не стала. Время у нас уже 7 часов. В общем, сейчас доделаем все дела. Пойдем туда домой. И там... Перед сном, ну не совсем перед сном, конечно. Напьюсь я, у меня не ряженка, у меня варенец. Напьюсь я варенца, и все замечательно. А сейчас я начну солить сало. Виталя чесночка начистит, да, Виталя? И засолим сало. Сало я по-простому солю. Сейчас будем делать. Даня, не кривляйся. Положила в кулечки и уберу в холодильничек. До завтра. Так, ну что, приступила к засолке сала. Приступила. У меня обычный черный душистый перец. Я делаю всегда так. Не знаю, кто как делает. Так, в кастрюлю я подсыпала соль, перчик. Сейчас буду вот так выкладывать. Кастрюлю взяла. Нет, у меня что-то посуды. Тазик был малированный, большой. Не знаю. Потом я буду нарезать чесночок. Где у меня чесночок-то? Ты мне наготовил чесночок, сынок? Ты забрал у меня его, что ли, обратно? Забрал обратно чесночок. Мне свое сало вообще нравится. Оно у меня получается перчено-чесночное. Обычное, простое сало. Засолил, поставил. Все, оно постоит в тепле. Потом его в холодильник, в морозилку. В общем, и прекрасно, вкуснятина. Я люблю только свежее. Вот когда уже полежит в морозилке. Сейчас муж говорит, поросят надо держать. Ну, держали ведь. Ну, не елось ничего потом. Это все не естся. Не люблю я. Я люблю только... Вот сейчас вот, конечно, может оно не такое уж свежее.
кто знает. Да хотя, хотя нет, наверное. Что он там плачет опять? Капризы устраивает, мальчишка. Засолили, наверное. О, засолили. Закололи и продают, наверное. Чесночок. Чесночка надо побольше. Нарезаю я его вот так вот. И кромсаю, и кромсаю. И соли делаю вдоволь, чтобы оно усолело. Усолело. Чесночком пропиталось. Кто-то писал тогда, что надо внутрь толкать. Никого я внутрь никакой не толкаю. Я делаю столько, чтобы оно потом пахло и было ароматное. Прям вообще ароматное сало. Так что и слоями. Сейчас вот наделаю полную кастрюлю. Но я думаю, все это не войдет в кастрюлю. Посмотрим. В общем, посмотрим, что у нас. Такой запах ароматный чеснока, вкуснятина. Мы звоним, 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 звоним. Тебя нет, нет. Не тяни. Да, я вот звонила сейчас. Засолила сало. Че я решила? Вот кастрюльку засолила. Вот кастрюлечку. Кастрюлю сюда засолила. Это я пока уберу. Потому что мне уже надоедно. Устала. Я хочу чаю попить. Потому что мы когда мы ели? Я вообще не помню. Когда мы кушали. Так, ты мне купил зеленые яблоки? Виталя, посмотри, что там за яблоки. Марина, все, не начищай чеснок. О, яблочки. Почем яблочки ты купил? Эти по 94. Магните яблочки. Как они называются? Шашлычком завтра. По сколько ты сказала? 94. 94 рубля. Вот такая зеленушная. Зеленушное яблоко. Зеленое. Но оно кислое, наверное. Те сладкие, те крупные ты покупал и были вкусные. Так что вот так. Так что мне уже все это надоело. Я это все убираю, закругляюсь, заканчиваю, в общем, свое видео. Девчонки, присяду хоть присяду. Скажу вам всем, пока-пока. Пока-пока. Вот Матвейка капризы устраивает, все, он спать хочет, но время еще мало. Время у нас 8:00, пол восьмого, ну все уже, за день. Туда-сюда, вроде день какой-то непродуктивный, вроде ничего не сделали, а день пролетел, и как-то не знаю. Как-то я не знаю, вот так у меня тоже бывает. Всяко бывает, по-разному. Каждый день по-разному. Все. Ой, а бывает однообразие. Одно и то же, одно и то же. Ну, в принципе, оно одно и то же. Так что, всем всего доброго. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто зашел впервые. Всем пока-пока. До скорых встреч.